Есть слайс. Смотрите, что делает слайс. Значит, ставим положение новых ребер, либо так. Красным обозначается создание новых. И чтобы закрепить положение новых, я нажимаю на слайс. Все, у нас геометрия закреплена. Мы можем дальше продолжать. До бесконечности, пока не нажмем, не отменим слайс план. Quick Slice работает чуть проще. Надо местоположение и направление двумя щелчками построить новые ребра, новые сегменты. Вот так это происходит. Я сейчас перейду на другой. Вот, допустим, на эту сферу, на другой объект. Ребра возьму. Quick Slice. Значит, вот так происходит. Поставили точку. И вторую, если хотите горизонтальные. Если вертикальные, поставили точку и чуть-чуть вверх. И чуть-чуть вверх мышь. Вот, чуть-чуть сдвинул и все. То есть аккуратненько. Есть кат. Кат рисует прямо по поверхности сегментами. Горячая клавиша Alt-C. Alt-C, и этот инструмент сразу появляется.